Владимир, здравствуйте. Как на Кавказе встречают сибиряков? Да. Мы заметили, что республики на самом деле стараются конкурировать друг с другом, да, за туриста. А в рамках импортозамещения, если рассмотреть, какими, на ваш взгляд, курортами зарубежными уже сейчас Северный Кавказ может побороться? Ну, во-первых, вы упомянули, что были на Эльбрусе. Ну, это самая высокая точка, да, в Европе у нас. Поэтому для нас вот такой экстремальный туризм, при том всесезонный, это и горнолыжный, и альпинизм, да, это и очень там национальный парк, экологический туризм. Я думаю, что здесь мы точно занимаем лидирующие позиции. Да, отстает инфраструктура, есть над чем работать, но то, что создала природа, дает нам возможность все-таки претендовать на самые высокие рейтинги. Второе, где я считаю, это крупнейший проект импортозамещения, это Кавказские минеральные воды. По обилию разнообразия минеральных источников, больше 130 видов, да, по природно-климатическим и другим компонентам, да, здесь нам равных нет. К счастью, есть созданная в советское время и в царское даже время инфраструктура. Она, конечно, получила определенное наследие 90-х, как и у нас по всей стране, но не критично. И сегодня мы имеем отдельные программы по развитию города Кисловодска, Кисловодского парка. Сейчас работаем над законом о Кавказских минеральных водах. Дает нам возможность претендовать здесь на так называемый медицинский туризм. Некоторые устои местных жителей восхищают. Чему стоит поучиться сибирякам у северокавказцев? Первое, это все-таки, то есть, хорошее знание своей истории. Потом второе, не бояться ее, а наоборот, продолжать сохранять, в чем-то даже культивировать навязчиво, да, хотя некоторым это и не нравится. Очень важный аспект – это особое отношение к старшим все-таки, да, потому что, ну, у нас вообще старших везде почитают, но как здесь слово старшего, главы семьи, оно все-таки, наверное, служит в чем-то образцом. На Кавказе вот это, наверное, одна из ключевых традиций, культ семьи, и я хотел бы, чтобы вот этот культ, и сейчас президент ставит задачу, там, повышение демографии, увеличение количества россиян, знание нашей истории, в конечном итоге было объединяющим началом для всех. Неважно, где мы родились, где мы живем, на Дальнем Востоке, в Калининграде, на Крайнем Севере, на Юге, но вот это должно нас сплачивать. Последний вопрос всех интересует. Мы пробуем национальную кухню, и вот мне вчера наша делегация просила поинтересоваться. Лев Владимирович, какое любимое кавказское, северокавказское? С одной стороны, может, она в чем-то традиционна везде, потому что вы посмотрели, продукты, из которых готовятся различные блюда, они везде одинаковы, но они имеют каждый свою изюминку, каждый свой рецепт, поэтому везде кормят вкусно. Проблема не что выбрать, а от чего отказаться. Да? Особенно сейчас вот идет ураза, да, мусульманский праздник, да, всех мусульман я хочу поздравить как раз в эти дни, пожелать им счастья, тепла, потому что у нас тоже в Красноярске проживает большая диаспора, да, людей, которые исповедуют ислам. И процветание нашей стране во благо того, чтобы, неважно в какой мы точке были, мы везде ощущали себя россиянами, мы гордились нашей большой и малой родиной. Ну и самое главное, понимали, что завтрашний день во многом зависит от каждого из нас. Какой будет наша страна, наш очаг, в первую очередь, это то, что я сам делаю для того, чтобы это изменить в лучшую сторону. Спасибо большое, Лев Владимирович. У нас есть небольшая тоже такая и просьба, и маленький сувенир, можно так сказать. Вот здесь футболочка с участниками, которые все поехали, а у нас и пенсионеры, и дети, что очень приятно. Никто не побоялся. Как коротка кольчужка. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Удачи. До свидания.